4 килограмма синтетических наркотиков задержали оперативники на таможне. Посылка была отправлена из Китая и предназначалась 27-летнему жителю краевого центра. Причем по документам она проходила как партия игрушек. Сейчас получатель задержан. Отмечу, ранее он уже был судим. Как удалось выяснить оперативникам, наркотики были отправлены для дальнейшей продажи в крае. В отношении задержанного возбуждено 3 уголовных дела по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. 3 посылки прибыли из Китая в адрес жителя Красноярска. Содержимое посылок было заявлено как игрушки, однако в международном почтовом отправлении были обнаружены пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно исследованию, изъятое вещество общим весом 3 килограмма является наркотическим средством.